Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на странице своего проекта. Хотела бы представиться. Меня зовут Виктория Гаман, и я автор и иллюстратор книги про Рождество, детской иллюстрированной, которая называется «Дом, где живет счастье». И я хочу вас пригласить поучаствовать в этом проекте. И надеюсь, что вам он будет интересен, и книга подарит большую радость вашим детям, племянникам, детям друзей. И книга станет хорошим подарком к Новому году и Рождеству. С чего же все начиналось? А начиналось все вот с такого же осеннего дня. Когда-то я наткнулась на страницу Инстаграма «Приюта щенячий ангел». Меня потрясло то, что я там увидела. Как много животных нуждаются в доме. Как много бездомных животных. И животных, которые не видят ни ласки, ни тепла. И у меня возникла идея нарисовать этих маленьких щенков, которые ищут свой дом счастья, своих мам и пап. И вот такая вот первая иллюстрация, которая у меня возникла еще в 2017 году. Здесь есть и новогоднее настроение, и щенки, которые заглядывают сквозь окна в свой, может быть, в свой дом. В моей сказке «Дом, где живет счастье» я хотела показать детям, как важно упорно идти к своей мечте. Маленькие щенки отправляются в путь и преодолевают много сложностей и опасностей, знакомятся с новыми друзьями, учатся общаться и находят дом своей мечты. Также в сказке я рассказываю о музыке и музыкантах, в легкой форме знакомлю детей с нотной грамотой. Показываю малышам диких и домашних животных, знакомлю с образом их жизни. Рассказываю о любви матери, о любви к животным, семейных ценностях. В невероятной красоте и волшебстве рождественских и новогодних праздников показываю, что чудеса случаются. На пути встречаются нужные люди, животные, хотя бывают и неудачи. Но у каждого в жизни есть свой путь. Главное в это верить. Самая волшебная рождественская пора предстает в моей чудесной доброй сказке «Дом, где живет счастье». Друзья, я была бы очень благодарна, если бы вы поддержали этот проект. Мне очень хочется напечатать книгу и донести ее до своих маленьких читателей. Я буду рада вашей помощи.